процесс перенесли. Ну, честно говоря, мало верилось в то, что он вообще в принципе состоится. Я думаю, что они будут сейчас будут воспользоваться любыми способами, чтобы не состоялись наши судебные заседания. Сегодня правильно судья выразился, предложил, может, вас закрыть нужно, наконец-таки, чтобы вы там не болели, и ну, все-таки наши судебные заседания состоялись, и вы их не срывали. Поэтому посмотрим, если в таком же ритме будет это все продолжаться, я думаю, что нужно как-то на это реагировать, помимо писем, которые мы будем писать жалобами. Ну, вопросов очень много, вкратце даже не смогу ответить, потому что 4 обвиняемых, вообще, в принципе, считаю, что 4 трудно было бы допросить, но времени было бы мало для того, чтобы допросить 4 обвиняемых. Ну, каждому из них имелись вопросы, на которые бы они, наверное, вряд ли смогли найти ответ.